Ребят, всем привет! С вами Злата, вы на канале Бухты Барахты. Сегодня я волшебница, потому что участвую в проекте мечтателей. Сегодня я исполню мечту одной маленькой девочки, Ульяны. Ей всего 3 года, и целый год она провела в больнице. Но мы ее порадуем, подарим ей собаку. У современных волшебниц такие наряды. Мы отправляемся за щенком. Я знаю, что маленькая Уля хочет щеночка-девочку. Я решила ей подарить маленького Йорка. Эта порода почти не вызывает аллергию. Нашей мечтательнице это подойдет. Я люблю дарить подарки, а этот особенный. Он будет радовать малышку Ульяну. Девочка болеет, а хорошие эмоции помогают выздоравливать. Мне нравится эта девочка. Осталось самое приятное – подарить Ульяне мечту. Мечты исполнили. Мою, старшего ребенка и Ульяны. Мы всегда хотели собаку. Никогда у меня не было собак, у сына тоже. Только коты и кошки. Целый год она проходила химиотерапию, операции, другие терапии. И сейчас ей нужно последний этап пройти. Очень дорогостоящее лечение в Германии, иммунотерапию. Для этого нам надо более 24 миллионов рублей. Мы просим помощи у всех неравнодушных, чтобы нам помогли Ульяне. Друзья, не забывайте ставить лайк и подписываться на инстаграм Ульяны. Ульяне вы можете так. Это информация для взрослых. Сегодня был невероятный день. Сбылась заветная мечта не только у Ульяны, но и у меня. Я всегда мечтала стать волшебницей. Подписывайтесь на канал Бухты Барахты и на мой инстаграм. Всем пока!